И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Прежде всего, хочу принести свои глубочайшие извинения за то, что не вещал несколько дней. Это было связано, некоторые из вас уже, наверное, догадались, с поездкой в Шушу, которую организовал Камран Размовар и некоторые другие люди, кого, к сожалению, я не знаю. Хотя хотелось бы поблагодарить их всех за данную крайне интересную, крайне важную поездку в освобожденную от армянской оккупации Шушу. Мы также побывали в Физулях, видели и страшные картины того злодейства, совершенного армянами, и видели то, как данные регионы Азербайджана возрождаются. Возрождаются из пепла. Приятные чувства возвращенных территорий, о которых мы уже на протяжении многих лет могли только мечтать. Большое спасибо всем, кто поучаствовал в том, чтобы данная поездка осуществилась. Спасибо каждому, включая нашим блогерам, нашим комментаторам, людям, которые делятся ссылками в соцсетях для распространения правды. Вы тоже поневоле поучаствовали в том, чтобы эта встреча состоялась. Спасибо нашей армии, без которой данная поездка уж точно не могла бы произойти. Спасибо нашему президенту. Спасибо всем. Мы уже полностью вернулись на свои земли. Ну а теперь давайте с вами посмотрим мою точку зрения на данную коллективную поездку в Шушу, которую совершили азербайджанские блогеры. Как всегда, я немножко смотрю на вопросы с другой стороны. Приятного всем просмотра. Удачи! Это, дорогие мои, Физули. И ваш слуга сейчас именно там вместе со многими азербайджанскими блогерами. Мы едем в Шушу. Надеюсь, вы теперь поняли, почему я 3 дня не вещал. Мне важно было увидеть это. Вернуться в 93-й год, когда я 16-летний мальчишка был в этих местах. Это была конечная цель. Очень больно. И очень радостно, что жизнь в этом городе возрождается. Посмотрите на это. Это было сотворено руками человека. Это преступление было совершено самыми великими строителями, самыми древними арминоидами. Когда мне говорят, можем ли мы жить с ними в мире, можем ли мы когда-нибудь поверить армянам, я смотрю на это и говорю нет. Потому что армяне посещали эти места, когда они были под оккупацией, и молчали. И молчали. И только железный кулак заставил часть из них говорить правду. Я здесь, дорогие мои. Следующая наша встреча по дороге, по которой мы едем, будет в Шуше. Всем удачи. Продолжаем. Продолжаем нашу дорогу.
Это дорога в Шушу. Продолжается. Из Физули в Шушу. Здесь продолжим на данное видео уже в самой Шуше, в самом городе. И еще раз остановлю запись, потом продолжим. Такой Шуша была. Да, мы в Шуше. Разрушенная, измученная. И так она стала возвращаться, отстраиваться. Вы видите, над ней красуется азербайджанский флаг. Здесь стоит мечеть. Вы видите мечеть, легендарную мечеть. Ну а мы продолжаем, дорогие друзья, свой путь по Шуше, по легендарному городу. Легендарнейшему городу, сердцу Азербайджана. Здесь где-то Камран Размовар, здесь где-то Фуат Аббасов. Люди, наполненные радостью и даже порой отсутствием веры, а только надеждой жили, что этот день наступит. И вот он наступил. Мы в Шуше. Мы в Шуше, ребята. Мы в Шуше. Ах, вот. Сейчас подойдем к Фуаду еще раз. Фуад, два слова нашим зрителям, тем более мы с тобой когда-то первым записали прямой эфир. Всем привет, все подпишитесь, Камрану Саидову. Находимся в городе Шуша, гордимся, радуемся и получаем большое удовольствие. Спасибо всем, кто помог именно, чтобы этот день настал. Да, всем, да. Каждому. Ведь каждый не только военный с оружием в руках, да, но и блогер, и комментатор, обычный человек, вот которого, в общем-то, мало кто замечал, возможно, сделал внезапно большой вклад. Да. Один комментарий мог изменить историю. Правильно, правильно, правильно. Удачи вам желаю. Удачи спасибо. Вам всем. Спасибо. Ну а мы продолжаем. Через где-то час-два, может быть, мы запишем общее видео, но это пока секрет. Спасибо. Правильно? Да, это да, пока да. Секрет. Все. Удачи. Так. Спасибо. Идемте дальше. Идемте дальше. Так, где у нас Камран Размовар гуляет? Но человек занят. Если что, выловим его чуть позже. С вашего разрешения. Ну что, Владимир Погосян? Ты когда-то мне угрожал, я в Шуше, а тебя здесь нету. А тебя здесь нету. Ты лично угрожал мне. Ну где ты, Владимир Погосян? Вот именно. Ай-яй-яй-яй-яй. Впрочем, продолжим чуть позже. Удачи. Прежде чем нам переместиться в другой
место Шуши, я решил еще раз заснять эту мечеть. Эту легендарную мечеть. Этих людей, преисполненных радостью. Вы видите, сколько народа. И для вас, наши армянские оппоненты, сюда дорога уже закрыта раз и навсегда. Мы поверили вам после 1906 года. Мы поверили вам после 1918 года. Но мы уже не поверим вам после 80-х и 90-х. Уже не будет вам веры. Даже самый лучший армянин не будет позволено ступить на эту землю. Я так думаю. Всем удачи. Скоро передвинемся в другое, на другую территорию города Шуши. К другому объекту, крайне интересному. Здравствуйте, дорогие друзья, снова. Да, мы продолжаем. Вы, наверное, догадались, что мы продолжаем находиться в Шуше. Это памятник Муллы Панаху, легендарному азербайджанцу, поэту, политическому деятелю. Памятник в честь него был воздвигнут давно, но в 1982 году Гейдаром Алиевым, а восстановлен после оккупации его сыном Ильхамом Алиевым, президентом современного Азербайджана, вернувшего нам наши земли. Вот вы видите. И вот во что его превратили в свое время армяне. Посмотрите, на какую дикость были способны эти варвары, эти великие строители. Вы же великие, Владимир Погосян и прочие. Скажите мне, это ваше величие? Борьба только с памятниками? Посмотрите сюда. Посмотрите сюда. Все нормально у тебя, дорогой? Да, посмотрите сюда. Эту дикость невозможно себе представить в любом обществе, среди любого народа. Но, видимо, кто-то потерял человеческое обличие. Догадайтесь, кто? Мы продолжим говорить с вами о Шуше, перемещаясь от легендарного места данного города к легендарному. Всем удачи! А вот непосредственно место захоронения. Аллах рахмет алясин. Помним и скорбим. Вот еще одно крайне болезненное, крайне близкое для любого азербайджанца место в Шуше. Мы сейчас находимся возле него. Я ничего не буду о нем говорить, просто читайте молча. И давайте просто помолчим, поскорбим минуту. Минута молчания. Шахидов из города Шуша. Здесь похоронены люди,
которые боролись за свою родину, за свой город, пали, видели свои кровь, но, к большому сожалению, силы были неравны. Продолжаем, дорогие друзья, продолжаем. Побывать в Шуше, в освобожденной Шуше, и не посетить крепость Гала, но это считайте, что вы не посещали Шушу, освобожденную Шушу от армянских оккупантов. Смотрите вот на эту красоту. Смотрите. Смотрите, что можно сказать? Это божественно. Это божественно. Ну, посмотрим, как еще продолжим сегодняшний вечер. А пока остановлюсь. Последний из унитазов, который, видимо, армяне не успели унести. А ведь со временем он мог бы быть археологическим открытием. Чисто армянский унитаз, найденный в азербайджанском Шуше. Не так ли, армяне? Удачи! Ну что ж, вот вы и посмотрели, можно сказать, репортаж вашего слуги с поездки из Шуши. Надеюсь, всем понравилось. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто так или иначе участвовал и помогал, чтобы данная поездка осуществилась. Громадное спасибо вам всем. Ну, а я не прощаюсь. Все только начинается. Всегда ваш Сеидов Кямран. Армянам в Шуше и в Карабахе, я думаю, что места нет после таких кадров. Всем удачи!